Ну что ж, всем привет, с вами снова я, ZB Vitro, мы сейчас играем в Cyber Club Simulator. Это обычный типичный симулятор, блин, интернет-клуба. Там, где ты, в общем, владеешь своим клубом. Я очень долго копил деньги, чтобы начать свой первый бизнес. Наконец-то мне удалось купить комнату в общежитии и небольшое помещение, где я хочу открыть интернет-кафе, не могу дождаться. Да, это обычный, типичный симулятор интернет-кафе. Вот как-то так, в общем. Да. Ничего такого здесь нету, но иногда хочется поиграть что-то такое. Ну да, что там под звуку, нормально все? Ну, вроде нормально, здесь ничего такого громкого нету, прям, как в некоторых играх есть такое. Моментов прям жестких тоже нету. Ну, давайте зарабатывать, что ли. Давайте ставить наш первый компьютер. Так, вот это можно убирать. Для моего первого компьютера у меня уже есть некоторые детали. Остальные я могу купить в интернет-магазине или у продавцов на рынке. В продавцов на рынке я немножечко уже поиграл. В продавцов на рынке, в общем, я бы не сказал, что там очень сильно цена меняется. Не сильно уж и дешево там. Поэтому... О, это компик. Поэтому я не вижу смысла там закупаться. Не, в принципе, если мышку, там, комплектующие такие, можно, в принципе, купить, но... Типа... Остальные детали не особо дешево. Мы сейчас, кстати, посмотрим, может, это нам добавит прибыль какую-то. Так, у нас есть стол. У нас есть компьютер. Клавиатура есть. И даже мышка. Даже мышка есть. Прикольно, прикольно. Ладно, давай. Там все равно не открыто. Нормально. В общем. Давай посмотрим, что у него есть. Почем? О, так слушай. А вот это? Вот это интересно. У меня денег нету. Это предложение очень интересное. Вот этот компьютер в магазине стоит 1200, по-моему. Блин. Моник 180. Ты шо? Блин. Нужно всеми силами купить этот компьютер. Да он добавит нам, слушай, знаешь сколько, блин. Такой компьютер-то не так уж и просто купить. Так, есть. Угу. Клавиатура есть. Давай тогда по-быстренькому собирать. Пускай уже заходят. Есть. Мышка. У нас монитора, наверное, нету. Придется тогда и моник купить. Так, это что-то типа краска или что это? Ага. Ну, давай на пол используем. Было видно все. Окей. Так, стула есть тоже, кстати. Хорошо, этот стульчик нам подойдет. У меня в свое время такой же был. Ничего страшного. Так, окей. Скидываем это все. Нам не хватает чего? Нам не хватает монитора. Ну да, тут чисто только монитор и все. Давай тогда закажем монитор. Ага, электричество отключено еще. Зайдите в интернет-магазин через... Давай мы на рынке возьмем этот монитор. Он там, кстати, неплохой. Потому что мы в магазине вряд ли купим такой. $180 за такой моник. Это хорошо, потому что он стоит, по-моему, около 300. Если не ошибаюсь. Отлично, осталось только открыть кафе, используя кнопку на рабочем столе и собрать деньги. Хорошо. Включаем. Так, открываем интернет-магазин. Интернет-кафе, то есть.
Так, а сколько у нас времени? 3 часа. Вряд ли мы, наверное, добьем до 6. Ну, кто его знает? Ладно. Сколько он нам приносит в час? 27, блин, это очень мало. Давай я накину цены. До 30, вот так вот, примерно. Что ты садишься? Нет. Час 30. Хорошо, хорошо. Давай мы пока поубираем. Пока поубираем. В общем. Есть некоторые типы, которые воруют наши компьютеры. Впрочем, есть. Ну да, только компьютер, по-моему. Почему-то их не интересуют остальные там разные моменты. По типу клавиатуры, монитора. Их только интересует компьютерный блок. Но это системник понятно, потому что он самое дорогое, что есть в компьютере. Ну, в общем, если собрать. Что ты смотришь, дядя? Дядя, что ты смотришь? Так, это нам принесет около 40 долларов. Блин, я хочу тот компьютер купить. Может, продать вот это? Слушай. Спасибо. Давай я возьму этот комп. Посмотрим, сколько он предложит нам за это. Вряд ли мы, наверное, отобьем, да, цену. Сто пятьдесят. Это 400. Блин, мы не добьем, походу. Мы не добьем до 60. Нам нужно как минимум где-то 300. Это даже 200 с чем-то. Садишься? Да, уже 8. Да блин, завтра поменяется у него, получается, это. Что он будет продавать. Короче, ладно. Мы не успели, можно так сказать. Ай, нужно было. А, хотя, нам же монитора не хватало. А монитор сколько здесь стоит? Магазин, экраны. 250 он стоит. Я за 180 купил его. То есть этот сатенчик стоит. Ну да, типа. Сколько я? 80 долларов сэкономил. Все равно, наверное, бы не заработал. Ладно. Блин, очень печально. Я надеюсь, у него завтра он тоже будет продаваться. Это будет очень круто. Так, плюс 30 долларов. Что у нас там по свету? Все, больше никто не придет или кто-то придет? Типа, нам все равно. Садишься или сейчас будешь воровать? Да. Будет садиться. На сколько? На 3 часа. Нифига себе, блин. А нам-то что делать? Это время все. Ну да, он уже все ушел. Ушел продавец. В общем, можно ждать, пока это доиграет или что там. Ролики какие-то смотрит и так далее. Мы, короче, будем ждать, получается. Так, а что у нас есть здесь еще? Счета. Счетов нету. Можно security нанять. Комнаты, робот-пылесос. Апгрейд дверей. Три компьютера, в общем. Три монитора, три мышки, три клавиатуры, кресло. Кстати, кресло 200 стоит, в принципе, геймерское. Не очень дорого. Кстати, кресло здесь реально не очень дорого. Это неплохо. И можно какой-то стол даже взять. Даже консоли есть, слушай. Прикольно. Можно будет консоли поставить, мне кажется. Еда какая-то. Ладно. Стол геймерского для геймерского компьютера. Офигеть.
На 18 долларов накрутила. Сколько тебе там осталось? 42 минуты. 42 минуты осталось человечку поиграть. Для нас это 42 секунды, а для него 42 минуты. Ничего страшного. Вот, видишь, он такой компьютер 1200 стоит. Это, блин, очень хорошее предложение. Почему-то мне таких предложений, когда я играл, смотрел игру, не было. Ну ладно. Спасибо. Так, мы закрываемся, в общем. Давай потушим свет. Чтоб не крутило, как мы там бегаем поспать. Так, у нас 487 долларов. Кэшу. Это тоже неплохо. Будет с чего начать. В принципе, мы можем сейчас оформить... Что мы можем оформить? Стол какой-то купить. Еще один. Этот стол можно, в принципе, все продать. Если у него есть там компьютер, мы даже сможем заработать. Так, давай 7 часов. Кафе открыто с 9 утра до 11 вечера. Окей. Я что-то не против. А можно и пораньше открыться, какая разница. Там еще вообще добежать туда нужно. Давай на рынок сгоняем, посмотрим. Во сколько рынок вообще работает? А он уже работает. Блин, нет у него этого компа. У него комплектующие поменялись. Этот стоит 347 долларов. Давай возьмем. Неплохая замена этому старому компьютеру. И как раз мы тот продадим. Это будет хорошо. Неплохая замена вот этому компу. Сколько? Это 45 уже в час. Это неплохо. Так, у нас электричества нету. Так, 45-50 получается. Десятка накинута. А где компьютер? У меня в инвентаре, что ли? Нет, это не то. Ну да. Я закрою, чтобы они здесь не сидели, а то мы можем пропустить вора. А то там такие попадаются. Сто пятьдесят, хорошо. Есть у нас 300. А что с Моником не так? 180 долларов. Кстати, очень отличное предложение. Еще один монитор такой же взять. Ну давай попозже, сейчас мы откроемся. Заработаем немножко денежек. И в принципе можно. Можно даже мышку какую-то купить. И клавиатуру. Они все равно не так уж и дорого стоят. Вот, 180 долларов. Это у нас мышка и клавиатура, которые добавят нам заработок. Это очень неплохо будет. Очень неплохо. По идее. Очень даже хорошо должен быть. О, бежит, бежит наш хлопец. Хлопец наш. Да мне не стол нужен, мне мышка нужна. Подожди, голова. Сейчас я соберу. Сейчас я соберу эту махину. Сделаю вам неадекватную цену. И вы будете мне денежки приносить. 157. Ах ты ж, сука, ебу. Вы должны внимательно смотреть. Да я смотрю внимательно. Три. Сразу купил новый комп, оно уже прибежало. Давай, блин, воровать. Ай ты, сучка. Садимся, ребята. 150 в час. Блин, почему по 30 секунд? Давай на 4 часа, ёпта.
Хорош, хорош, слушай, неплохо. И ты так сильно прям добавила нам. Мышка и клавиатура. Или все вместе нам добавило очень много в час. Это ж круто, это круто. Тут ваша внимательность, это заеб... А что случилось? А, он не заплатил. А где деньги выпали? А, вот. Спасибо. Кто еще хочет? Кто хочет еще? На час, нормально, слушай. На час это у нас неплохо будет. Стою на страже порядка. Чтоб никто ничего не воровал. Хотя пока вроде кто-то сидит за компом, они вроде не воруют. Может своровать тот, кто заходит по большей части. Ну, $189, в принципе, у нас есть. $42 мы накрутили. В принципе, нормально. Так, 157 есть. Ты будешь садиться или нет? Вроде садится. О, на 4 часа это вообще прелесть. Пошли продадим эти комплектующие. Вроде пока никто не должен воровать, я так думаю. Пока сидит там чел. Блин, по 5, по $10 оно стоит. Это вообще, я возьму у тебя монитор. Это хороший монитор для начала. Сейчас мы еще стол, наверное, закажем какой-то. И этот, наверное, продадим. Или два стола закажем. По сколько они там? Почем вы? Столы. Столы вы почем? По $95. В принципе, нормально два стола взять. Сейчас нам человечек заплатит, и мы покупаем сразу два стола. Сколько это по времени он? 2:37. Блин, вообще нечего делать. Главное, чтобы он заплатил. Хотя, если даже не заплатит, по-моему, типа, все равно. Уебем его. Деньги выпадут. И нормально все будет, в общем. Ну, я так думаю, что будет все нормально у нас. Ну, а по идее, кто ж его знает, а кто ж его знает? 360, ё-моё, вот это нормально. Вот это нормально. Человечек засел. На $400, блин. Неплохо. Еще стол поставить. Там вообще цена, наверное, еще выше будет. Надеюсь, конечно, что будет она выше. $70, в принципе, накрутили. Какие, конечно, лица. Какие лица. Нет, сюда нужно было еще что-то добавлять в игру. Это очень мало, мало, в общем, контента здесь. Типа за пару часов ее можем спокойно до последнего уровня апнуться. Один стол купить там, допустим, максимальный. Или несколько таких поставить. Даже там, если пару человек по 4 часа сядут, у тебя уже будет там лавеха такая, что офигеть можно. В общем, есть у нас денежка. Да сука ты заеб. Бунькал меня. Мразь. Ты мне... У меня время отнимаешь, понимаешь? Время, деньги, бляха. Время это деньги. Хватит у меня время отнимать. Так, два стола.
Экран есть. А еще мышку закинем сюда, клавиатуру. И давай компьютер. Так, это 1000 нужно, значит, без компьютера пока что. Заказ. Здорово. На полчаса засел. Парниши. Даже сколько, 650 он стоит? Кстати, можно завтра посмотреть. Может, у человечка там будет на рынке какой-то компьютер подешевле. Подешевле что-то будет. Супермен. Супермен. Ёлы-палы. У него после, походу, доставки есть еще какие-то дела. О, денежку принес. Спасибо. Так, на 4 часа, нифига себе. Вот стол. Ставим его. Давай его вот сюда поставим. Вот так вот. Ага. Это клавиатура наша. Текст. Клавиатура есть. И еще один стол, да? А, нет, там, наверное, монитор. Так я вроде 2 стола заказывал. Нет, это стол. К монитору еще не заказывал, что ли? Так, вот, вроде нормально. А, да, давай еще кресло закажем. Так, у нас появились компе. Так, это мы перекинем, да, получается. Кресло. Давай по 200 баксов закажем. Тема? Тема. Нормально будет, нормально. Так, а где у меня там монитор был? Вот. Вот сюда мы его закинем. Так, все отображается, хорошо. Вот он наш супергерой. Супердоставщик. Николай. Да ладно. Кто его знает, как его зовут. Но доставщик вроде неплохой. Да, доставщик. Почему-то весь в масле каком-то. Или хрен его пойми, в чем он. Смазки, может быть. Ох, эти доставщики, да? Кто его знает? Так, все, что нам осталось, это еще компьютер взять. Это нам компьютер нужно взять. Клавиатура, мышка есть, все есть. Смотри, какие честные люди здесь. Давай берем тогда еще. Ладно, компьютер мы с утра посмотрим. Давай, пока мы закроемся. Уже 12 часов. Давай пока закроемся. Подожди, вот здесь. Ага. Так, перекидываем вот этот комп. Вот сюда. Здесь у нас все готово. 192 в час. Нифига себе. Это... Нифига себе. Это очень мощно. А что там еще? Можно монитор, наверное, какой-то докинуть, да? Там есть еще какой-то монитор. Да, есть игровой монитор. 550 стоит. Слушай, неплохо. Клавиатура последняя, мышка последняя. Компьютер еще и монитор можно. Там где-то около 2000 получается. Так, ладненько. Перекидываем это вот сюда. Ах ты, сука!
Да я ж закрыт, блядь. Ебалинга, блин. Ну ему да чё? Ну ему да чё, блин. Надо было закрывать полностью, да? Так, осталось только компьютер. Получается, мы сейчас стол берем. А его нельзя как-то продать, типа. Ну, пошел ты тогда. Куда подальше. Ладно, потом посмотрим. А, свет же потушить нужно. Сейчас крутить начнет. $140. За нами скоро придут. За нами скоро придут и скажут: вы чё, охренели не платить по счетам или что? А как мы вам будем света давать, если вы не платите? А? Бля, менюшка зависла справа. Да. Окей. Окей, докей. Так, и спать. До 6-7, короче. Нормально. 7:40. Как раз успеем добежать и посмотреть. Блин, реально менюшка зависла справа. О май гад, о май гад. О, мы как раз возле рынка где-то, да? Ну да, нам по пути. Нам по пути. Ай, хуйню ты продаешь, человек. Хуйню. На, вот стула возьми лучше, посмотри. Нравится тебе? За $5 заберешь? Красава. Хоть кто-то это ебучее стула заберет за $5. Я еще стол сейчас принесу. Смотри, какой. Старый, охуенный стол. Который даже не сломается нифига. Его, походу, реально можно продать. Неудобный. Забирай. Забирай этот стол нахрен с собой. Тогда мы заказываем комп и все. И все. Нам ничего больше не остается, зато мы сейчас заработаем на более новый комп намного быстрее. Реально. Там сейчас два клиента по 4 часа, и мы просто покупаем один уже точно комп. По счетам мы, ну, когда-нибудь заплатим, когда к нам придут, да и заплатим. А, придут, наверное, скоро. Так, не считается. Считается. 192, 192. Отлично, это ж просто шикарно. Мы даже больше можем сделать. Где-то 220 давай поставим. Вот так. За охуенные кресла. За классные кресла. А я же закрыл, блин. Здесь тоже нужно включать, ага. Отлично. Ребята, я готов к новому рабочему дню. Все прекрасно. Все прекрасно. Короче, биту готовим, а то сейчас начнут, блин. Видишь, первые компы практически никому не нужны. А вот уже со второго уровня компа. Ао, там уже, блин, забегает, забирает, убегает, блин. О, понятно. Как будто бы я не знал. Такое может случиться, конечно. Просто так ты зашел посмотреть. Ты будешь садиться? Ну давай. Или не? Думай давай.
Хорошо. На 2 часа. Это просто прелестно. Это просто хорошо. Охереть. Че ты там встал, а? А, он хочет сесть. На 1:30, окей. Че, я думал, он же хочет там стырить. Системник, блин. Я уже думал, он там хочет стырить системник, блин. И все смотрят одну и ту же самую за... Ну, короче. Гифки какие-то. Мемные. Ай, понятненько. Все? А, это не ты. Окей. Какой-то тип вышел откуда-то. Слушай, неплохо, блин. Так мы реально так сейчас за день чисто на новый комп заработаем. С учетом того, что мы сможем старый продать, либо поставить на новый стол. Можно, кстати, да, реально, еще один стол поставить. И все поперекидывать, что мы там, ну, допустим, комп даже. Перекинуть, в принципе, тоже дополнительный доход, больше клиентов. Так, 900 баксов есть. Что мы делаем? 900 баксов есть. Мы делаем что? Либо собираем на комп, либо можем стол купить более интересный. Давайте на компьютер насобираем 1200. И это будет заебок. Поставим его в новый комп. Ой, то есть на новый стол вот сюда, наверное. А этот перекинем на другой стол. И, короче, будем вон так вот работать, докидывать, докидывать, что-то заменять. Комп все же служит сложнее купить, но ее он дает, я думаю, больше. Thank you. Так, на 2 часа эта тема вообще. Нам денежки принесли, хорошо. У нас уже 2000. Или может робота-пылесоса купить? Кто его знает? Не, давай сначала. Окей, кто-то еще хочет сесть, да? Ой-ой-ой, на 3 часа. Это просто, просто шикарно. На 7 часов получается. Никто не хочет компьютер стырить. А тут что-то я давно не видел таких. Я давно таких не видел. Так, покупаем, ладно, комп. Давай еще стол возьмем. Давай вот этот возьмем. А, и экран. Или не? Давай возьмем. Тупо все деньги потратил. А чё отбилось? Нормально, что все. Ну, блин, садись ты. Так, это у нас комп. Ой, монитор. Мониторчик. Ой, какой мониторчик-то, ё-моё. Какая тема. Вообще, и сколько? 260 в час. Да ё-моё. Никто сесть не хочет. Ну и пошел ты нахер, раскидал здесь все. Мудак, блядь. Так, я в себе все сюда раскину. Так, а что там еще? Компик, компик. Компец. Компуктор.
компьютеру. Так, кто-то хочет сесть. Давай на 2 часа. Угу. О, бабосы, денежки, деньжата. Хорошо, никто сесть больше не хочет. Ах ты ж. Мразь. И смотри, как на стол-то хорошо закинули. Компьютер-то на стол хорошо закинули. Все, нормально. Так, а он в эту сторону, да, должен быть? Вроде да. Комп не считается почему-то. Тоже не считается, странно. Алло? Или его наверх нужно ставить? Ну, возможно, что да, наверх, типа, нужно ставить. Геймерский стол. Это RGB подсветка. Это RGB все. Это геймерский стол. Тупо подсветки накидали. Вот оно и считается геймерский стол. Ты что, не заплатил? Долбоеб, что ли? А где деньги? Где-то деньги светились, ну ё-моё. Где-то светились деньги. Где они, блин? Пиздец, печально. Ладно, не мешайте мне, я перестройку делаю. Мне нужно все перекинуть. Тудым, сюдым. Так, стол, вот этот моник. Вот сюда мы ставим, вот этот вот сюда. Это кресло тоже вот сюда давай поставим. $300 в час, вообще шикарно. Вообще шикарно. Что здесь не хватает? Кресла только не хватает. Ну, кресло, я думаю, мы сможем заказать. Так, заказать кресло. За пару дней мы вообще все купим, блин. Где мое кресло? Или доставщик 12 не работает? Я думаю, работает. И хули ты сюда прешься? Закрыто, блин. То, что свет горит, это еще ничего не значит, понимаешь? Вот так вот. Так, а мы все купили, да, последнее? По-моему, стол, да, там только остается... Комп там есть, монитор последний, мышка последняя, клава последняя, кресло последнее, стол, по идее, для компьютера тоже последний. Там только осталось консоль купить какую-то. Ну и телек. И VR еще можно купить. Ну да и в принципе все. А что там за свет? $300 за свет, это не так уж и много. Сейчас мы еще больше заработаем. Конечно, с этими типами, которые будут воровать компы, это очень весело. Очень весело будет. Ну да ладно. Ну да ладно. А чё мы? Мы сейчас, наверное... Сможем позволить себе купить какие-то консоли. Что-то такое. Попробовать купить все улучшения. Ну, в принципе, можно на этом закончить играть вообще. Че ты закрываешь двери передо мной-то, ё-моё. Посмотреть все улучшения, все, как оно, что оно дает. И дальше я не вижу, в принципе, смысла. Смысла играть. Хотя давай купим пару игрушек.
установим их, и нам это еще добавит. Добавит, короче, прибыль в час. Так, сколько? 316 получается у нас уже. Это можно выкинуть. Хорошо. Паркинг тайкун. Паркинг тайкун. Они все просят паркинг тайкун. Поехала. И последний у нас бутлегерсы. Я помню эту игру, кстати, она в Steam есть. Я не шучу, она реально есть. Похожая игра. Бутлегерш, там что-то такое, блин. Такая шляпа, а не игра. Писец просто. Может, это от этого разраба, не знаю, короче. Ну, шляпная игра, конечно. Что-то она там так называлась. С мафией что связано. Мафия, что там, бутлигер, туда-сюда. Что такое? Так, мы здесь еще можем добавить. Да ёлы-палы, 418 в час. Просто чел на 4 часа садится, и у него денег уже нету. Просто обнесли пацана. Обнесли пацана, блин. Ребята, я открыт. Открыт к предложениям сесть за компьютер, поиграть в игрушки. Реально. А реально. Садитесь, играйте. Так, 220, 418 и 220. Хорошо. В принципе, хорошо. В принципе, даже неплохо. В принципе, мы и даже счета сможем оплатить. А у нас счетов почему-то нету. Ну ладно. Это может, типа, нужно человечка подождать, который придет. Так, на часок. На часок туда. По 220. Ты не смотри, что там ком такой красивый. Не нужно. Не нужно вот это так смотреть. Реально. Я вас знаю. А вот ты, типчик, давай аккуратнее с тобой. А то ты очень странный. Не? Перехотел? А, у нас даже чаевых $500 есть. Нифига себе. На сколько? На часок. Ну, тоже неплохо, слушай. А, этот уже... А, не, вот. Вот этот сел. Поломать там за пару секунд просто набегает $100. Нифига. Нифига себе. Чаевых $500. Бам. Да вообще. Да вообще, блин. Штукарик уже есть. Нам чисто одного человечка нужно посадить на 4 часа за вот этот... По 400 там в час. И это просто... Прибыль такая бешеная будет. Там он чел на часочек сел, уже $420. Нормально же. Ах ты, сучек. Ублюдок, блин, мразь. Какая скотина. Ну чё ты вот это? Нормально, что люди сидели. Оно, блядь, забегает и ворует собака. Давай робот-пылесос покупать. Так. Не, давай door апгрейд сделаем. Вот такие у нас будут двери. Вот мы вот так вот, оп, и закроем их. И все. Нормалечек.
Так, что там, этим компьютерам не помешало бы обновление, очень мило. Надеюсь, в будущем мы увидим более совершенное оборудование. Нифига себе, ты охренел, что ли? У нас и так здесь оборудование высшего класса. Здесь можно запускать космос, не знаю, там, какие-то очень сложные ракеты, допустим. Допустим. Но я это не утверждаю. Так, ладно. На часочек. На 4 часа. Блин, почему не на этот? Это так тоже, в принципе, неплохо. У нас 5 часов. Блин, я не знаю, что делать. Мне нужно сбегать. Купить ремонтную пасту. Ладно. Давай я по-быстрому. Хорошо, я надеюсь, никто там ничего не стырил. Нормально? Фу, все на месте, хорошо. То, что там кто-то не заплатил, это еще полбеды. Но 1000 не хочется тратить. Точнее, терять. Так, отлично. Окей, уже выглядит презентабельно, очень даже неплохо. Так, и нам еще одна нужна паста примерно. Ну да, где-то около 800 долларов, еще на 2 пасты, наверное, или даже на 3. И плюс может какие-то обои взять или что-то типа того. Ага, вот где деньги. Вот где деньги зависли-то в воздухе. У нас теперь стал интернет-кафе дороже. Как их поднять, непонятно. Я думаю, это даже нереально. Ой, стоят, ждут. Здесь что-то рассказываю. А реально, их никак не взять, да? Получается, что реально никак не возьмешь. Текс, текс, текс. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Наверное, нужно, короче, игровую консоль какую-то купить. Я думаю, будет как второй шаг к зарабатыванию, так сказать. К чему-то новому. Игровой консольный стол. Мы вот этот возьмем. Консоли. UC Cray, давай SPS 5. Она даст больше буст, наверное. И контроллер. Это выходит у нас 900 долларов. Плоский телек. Это у нас 1300. Нормально, слушай, нормально. Спасибо. Слушай, нифига себе, на 4 часа чел сел. Да ты шо, блин. Это просто по 400 баксов, ё-моё. По 400 баксов. Это вам не хухры-мухры. А там еще игры какие-то нужно устанавливать. А кресло тоже нужно как бы это заказывать, да?
Я так понимаю. Так. Два джойстика нужно, одно кресло и телек. Или монитор. А, я его не так поставил. Два джойстика нужно. Все, есть. Еще нужно кресло. Еще нужно кресло и еще один джойстик. Тогда мы покупаем робот-пылесос. Нанимаем охрану. Здесь достаточно вещей, чтобы нам нанять охрану. В принципе. Так, все есть, кроме джойстика. Джойстик, конечно, упал. С жопкой Дэдпула нужно было джойстик сделать. О май гад. Ах ты ж, сука, так и думал, так и думал. Так и думал, что кто-то ж позырится-то, ё-моё. Так, у нас человечек, в общем, сидит за компом. Ну, чё-то слабо, если честно, я думал, на консоли больше будет. Я думал, на консоли больше будет. А так получается не особо. А вот с VR что делать, допустим? Ладно, платформа VR, еще понимаю, она типа... Типа как полноценно идет. Типа ты отдельно ставишь. Давай возьмем, посмотрим. 1500. Ё-моё, 1500. Фига, мы там накрутили $560 уже света, а никто даже не пришел, блин. Никто даже не пришел, не сказал нам ничего. Здорово. Ни хрена себе, махина. Ё-моё. Так, сюда нужен... А, это как отдельная платформа, понял. Нужны очки и два контроллера. Нужны очки и два контроллера. Еще полтораха просто улетело. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Здорово. Так, очки есть. А куда их? Вот сюда. И там туда, получается, два контроллера, получается. Все, беги, беги по своим делам пошлым. Или какие они у него там вообще есть. Окей. Бабусики, деньжата, денюшки. Так, что у нас там по цене? Блин, очень слабо. Типа мы потратили на него достаточно много, но что-то... Ну, практически мы все купили. Здесь только консоль есть. Другая. Типа PS-ка и типа Xbox-а. Ну... Ну, а так, я бы лучше компы обновил на эти деньги, честно говоря. Компы, столы. В принципе, нам и этого достаточно, я думаю. Поэтому давай мы закроемся и... Мы купим, наверное... А, вот счета. Заплати охраннику. $20. А за что я должен платить? Он так и не появился. Даже не пришел. Так, поехали спать. Я думаю, мы там краску как раз купим какую-то по дороге.
Нужно будет стены хоть покрасить. Хочешь, ну, типа, хоть хотя бы, чтобы красиво было. А тут что это за киберклуб? Киберкотлета такая. Клубная. А у нас ничего нету. Стены колы, блин. Текс, где у нас там по пути? О, к нам идет уже этот. Нам по счетам придется сейчас платить. Так, давай возьму я вот это. И подожди, блин, не пишется, что это такое. Это обои или не обои? Хрен поймешь. В общем. Давай вот это что возьмем. $200. Так, инвентарь заполнен. Смотри, компик продается. Кстати, нифига себе, подожди. За сколько? 649. И я уже лечу. А я лечу. А ты подождешь? Ты подождешь? Ой, какие хуёвые. Ой, какие херовые обои, блядь. Ой, какие херовые обои, ё-моё. Подожди, дядя. Дядя, подожди. Зачем я их купил? Я еще две пары купил. Держи. Да я поставил же. Вот это, да, вот эти обои. А, не, это... Алло, у тебя что? Ебать, комп завис, прикинь. Охренеть. Я не могу теперь комп этот взять. Вот это прикол. Вот это прикол. Вот это прикол. Давай мышку тогда возьмем. Подожди, это из-за того, что я его типа кинул, а не поставил там. Да не, я вроде ставил его, я не кидал. В смысле, дядя? А дай мои вещи, блядь. Пошел ты нахер. Мудак сраный. Все, мы и мышку потеряли, и компьютер потеряли. И счета нам оплатить нужно. Вот это мудак. Блин, мне было проще открыться, слушай. Включить электричество. А, мне заплатить за него нужно. Ладно. Нам было проще открыться и под конец дня уже все окупить. И купить тот же самый сраный комп. Твою мать. А по идее теперь у нас ни компа, ничего нету. Охренеть. Ладно. Не беда. То есть продавать у него тоже такая себе идея. Ладно. Сучка. Консоль, блин, дедок хотел себе подрезать. Мудачье. Так, лобби. VR-стенд. 12 секунд. А, они, наверное, там по количеству времени намного меньше сидят, но платят, типа, больше, типа, цену. $20.
Не, ни хрена. Херня все равно какая-то. 12 секунд и платят, блин, по $20 будут платить. Это такое себе, конечно. Да ты заебешь, блядь. А, все есть. А что он тогда стырил? А, он не заплатил. Угу. Мудак не заплатил, прикинь. Там взяли бы хотя бы какой-то геймплей, не знаю, там чего-то поставили, потому что, ну, типа, это странно так смотреть, что они на консоли мемчик смотрят, скорее всего, там тоже на VR, этом стенде смотрят какие-то, блин. На нахуй. Видишь, чем охранник хорош? Он деньги возвращает, не так, как вот это. На 4 часа неплохо, неплохо. Хорошие деньги. Так, поехали за компом. О, охранник наш справится, но нужно типа до 8, по-моему. Или до скольких там времени, не помню. Я не возьму. Да есть же там. Короче, пошел он в одно место. Не буду я ему больше ничего туда ставить, продавать. Потому что, скорее всего, оно зависло там. Так, компик есть. Давай теперь мышку закажем. Давай теперь мышку закажем. Клавиатура мышки. Заказать. А денежки льются рекой. А денежки льются рекой, хорошо. Так, мышечки нам не хватает, 418, здесь 204, почему-то, ладно. Наверное, из-за того, что мышки нету. Цена такая невысокая. Вот, 260, отличная цена просто. Так, везде, в принципе, цена настроена, да, нормально. Там, если еще игры поустанавливать, там можно еще цену повысить. Так что это очень хорошо. Вон, чел уже 500 баксов нам на консольке заработал. Неплохо. Мы заработали, точнее. Чел только тратит. Здорово, спасибо. Чаевые $80. Еще. Ладно, давайте тогда подождем, когда мы заработаем, в принципе, и сможем, наверное, купить. Да, мы уже, в принципе, можем сейчас только немножко отбить. Нужно все затраты, и мы сможем комнату четвертую даже купить. Там, по-моему, закусочная или кафе. Туалет и еще какая-то, еще дополнительная, наверное, комната просто. И по идее на этом все уже и заканчивается, потому что мы, в принципе, все купили, что у нас было. Точнее, что доступно. То, что доступно, мы, в принципе, все купили. Кто-то не заплатил, да? Консоль верни на место, падла. Это он, наверное, наиграл и не заплатил, побежал собака. Подожди, а для консоли какие-то компакт-диски тоже, типа, обычные должны быть? Ладно, парочку куплю потом. Посмотрим, что по цене будет. Так, в общем, деньги у нас есть. Все зашибись, можно теперь делать какие-то улучшения. Так, либо комп купим. Давай улучшение купим. Вот это.
Там дальше 6000, но это много. Нам и вот этого хватит. В принципе. У нас робот-пылесос сейчас поубирает все. Нам нужно свет какой-то купить, получается. Так, свет. Раз, два, три. Давай три штучки возьмем. Думаю, этого достаточно будет. И нахуй отсюда, блядь. Закрыто, блин. Такое, понимаешь? Закрыто. У нас кафе. Интернет. Все, можешь ехать. Беги, езжай. Уёбывай. Так, вот один свет есть. В инвентарь мы почему-то его положить не можем. Второй свет есть. И третий. Так. Мы это пока бросим. Нам вот сюда нужен свет. Вот. Это у нас, ну да, туалет получается. И теперь нам нужно закупить еду. Еще. А, и работницу. Так, и еда. Раз, два. Раз, два. Хватает? Хватает, нормально. О, начало выебываться. Какие-то баги, короче, с тенями здесь, когда открываешь. Нифига ты понакидывал. Вообще неадекватный чел. Там, по-моему, еще два места осталось. Можно, в принципе, докупить. Наперед, так сказать. И будет у нас холодильничек забитый. Давай наперед купим. И то, и то. Чтоб все было в меру. Бежит, бежит, бежит он. Ой, какой намасленный человечек. Какой шикарный мужчина, блин, в латексе. Сука. Так, все вроде бы, да? Все забили, нормально, нормально. Нам теперь только осталось стены получше сделать. Ну да и все. Так, и свет, конечно же, выключить. А так, в принципе, доход, слушай, неплохой. Со всего у нас доход там очень даже неплохой. Смотри, его даже взять не могу. Ну, понятно, оно зависло. Получается, оно у нас зависло попросту. И все. Мы с этим ничего сделать не можем пока что. Не, может, если перезайти в игру, то может быть, что это... Какой-то результат и даст. Я что-то сомневаюсь. Давай тогда купим ремонт стен вот этот. А, у нас и есть, кстати. Шестерик. Неплохо. Пластер. Это вот тот, что я покупал, что ли? Да, походу, вот этот дерьмовый. Так, а вот... Вот эту я хочу попробовать. Если мне вот это зайдет, то, в принципе, будет хорошо.
Блин, почему вот это нельзя покрасить? О, он даже... А, это работница. Реально, походу, нельзя, либо я не могу его выбрать вообще. Странно, очень странно. Ну это ж починено, правильно? Правильно. Так, отлично. Отлично. Да, покраска, покраска, давай смотреть. Ну, это поинтереснее будет. Не, оно не красится нифига. Ну это хоть не так убого, как до этого. Можно еще, конечно же, здесь стену. Точнее, потолок покрасить. Чаевые здесь есть. Короче, нам... У нас еще хватает, что нужно сделать. Ну вот это меня напрягает. Мне хотя бы эту комнату доделать будет хорошо. Поехали, возьмем repair wall. Repair wall. О, пацана ёбнули. А что не вышло? Не заплатил, типа? Ну, что поделаешь? Бывает, бывает. Так, отлично. Эта комната, по-моему, полностью готова. Теперь надо следующую. А, не полностью. Еще потолочек нужно нам доделать. Ё-моё, 1200 чаевых. Тогда я бегу по обои или по краску. По... Да пофиг, в принципе, по что. А какую я тогда брал? Я, по-моему, вот эту брал. Херня полнейшая. Давай вот эту возьмем. Я надеюсь, это нормально. Надеюсь, конечно. Блин, почему вот это нельзя покрасить? Меня он так напрягает, пиздец. Блин, по-моему, это какая-то хрень полнейшая. За что я $300 отдал? Какая-то шляпа. Это, по-моему, для туалета. По-моему, да. Блин, лучше бы, не знаю, какой-то лучше мы за него отдельно как-то платили, честно говоря.
Потому что, типа, хрен просышь, как оно будет смотреться. И вот это дерево еще возьмем. Та-та-та-та-та-та. Какая мразь, конечно. Консоль свистнул и побежал, блин. Так, вот. А, это паркет получается. Вуд паркет. Оно там так и написано, да? Да, блин. Вуд планк. Клин вайт. Марбл. Клин вайт. Ну, это больше на обои похоже. Он просто не заплатил, понятно. А, это такая же самая, как у меня на полу. Марбл. Вот эта шляпа для туалета. А чистый белый. Это оказывается у нас обои. Прикольно. Прикольно. А чистого белого нельзя было завести. Или хотя бы как-то сделать это поинтереснее. Ладно. Ладно. Да, тени еще здесь просто страдают какой-то херней. Короче, копим 6000, покупаем еще одну область. И на этом, наверное, мы и закончим. В принципе, мы здесь все посмотрели. Туалет непонятно, почему не работает. Или работает? Работает. Чаевые идут, значит работает. Почему нету чаевых у этой женщины? Ё-моё, и все сюда. Где было все мне сразу же платить? Все на барной стойке. М-да. Че он опять свистнул? Не заплатил, понятно. Понятненько. Не платим, значит, да, ребята? Че тогда вообще приходило, если у тебя денежек нету-то? Бам. Пошел гулять. До дверей не дошел немножко. Бывает. Нифига себе, еще чай выхал он оставил. Неплохо. Неплохо. А что у нас там по счетам? По счетам у нас все норм. По счетам у нас все хорошо. Блин, это сейчас нужен новый день, короче. Новый день нужен. Все, человечек ушел. Это у нас 11 часов. Он заканчивает свою работу, и она так же сама. Все, ребята, закругляемся. Закругляемся тогда.
Кто там сидит? 6 секунд, давай. Платим и уходим. Спасибо всем. Вроде все на месте, правильно? $700 свет. Ни хрен на себе. Ни хрен на себе. В 9 часов открываемся и снова. Снова за работу. Нам нужно всего лишь там $700. И мы, в общем, купим последнюю комнату. Можно было бы компы купить получше, покруче. Но, типа, куда дальше? Дальше нам погоды не сделает, короче. Ой. Сейчас бы на 6 часов ушел, блин. Было бы какая-то, не знаю, там, какой-то интерес дальше играть, но, типа, больше интереса-то и нету. Новый компьютер! Продавать тут не будем. Это бессмысленно. $260. Неплохо, неплохо. Давай мы его вот сюда поставим где-то. Отсюда выбежать будет ему очень долго. Ну, очень долго придется ему бежать, чтобы забрать этот компьютер. В общем. Пятерочки одни. Нормально. Кафешечка процветает у нас. Ждем клиентов. Блин, с тенями, конечно, здесь какая-то элита, это с текстурами такая тема. Ну, это когда улучшаешь. Да, последнее улучшение, оно почему-то так работает, непонятно. Я когда играл первый раз, оно так же самое было. Когда я купил комнатку. Ну, или просто там кафешку. Она потом начинает выебываться. В общем, да. Она пытается кому-то что-то принести. Блин, как меня прикалывает, когда в играх немножко дальше заходишь, чем типа начало. И все баги просто вылазят. Просто все баги вылазят, блин. Ты такой, ну да. Прикольно. Очень даже прикольно. Денюжки платятся, денюжки мутятся. 1000 осталось, в общем. Женщина, не зависай. Это ж никак, да, нельзя. Типа, можно сохранить, в меню выйти. Давай сохранимся. Или давай загрузку сделаем просто, все. Просто загрузку сделаем. Может быть, там что-то развиснет. Я тоже. Хорошо. Ну, в смысле? Здесь какой-то невидимый этот появился. Ничего не понял. Ты как работает? Невидимая стена, как это появилась. Не играйте дальше, чем начало. Это портит все впечатление об игре. Не нужно так делать.
Сука, даже робот-пылесос. Ну ладно, он не застревает, в принципе, ему все равно. Но это, конечно, портит все впечатление. Ладно. Комп есть, он, кстати, еще один продает. Прикол. Круто. Не, круто, когда, типа, был бы какой-то смысл дальше играть, это было бы круто. Потому что можно было бы еще один компьютер купить. Мощняцкий такой. И столы поменять, типа. Было бы неплохо. Да где клиенты, ё-моё? Мне всего лишь 1000 нужна. Садитесь за какой-то компьютер. Так, ну что, покупаем, в общем, последний зал. Комната номер 4. Дур-апгрейд? Почему? В смысле, там еще можно двери апгрейдить? Вроде бы нет. Типа апгрейд. А может и можно. Интересно, сейчас посмотрим, в общем. Ну, я думаю, что вряд ли там можно еще апгрейдить что-то. Так, это комната еще с компьютером. Я правильно понимаю? Еще можно туда компьютеры поставить, я так понял. Окей. Это не так интересно, в общем. Но, в принципе, можно. Можно туда понаставлять кучу всего. Думаю. Но какая нахуй разница? Здесь нам уже нечего вообще. Здесь нам уже нечего вообще делать. По идее. Что мы дальше будем улучшать? Ничего. Ничего мы дальше не улучшим. Только компы поставить, еще какие-то VR-штуки поставить. И дальше развития никакого нету. Вот в чем заблуждение всех этих симуляторов. Там, на 1,5 часа геймплея, и то, если ты не хочешь, типа, улучшения все покупать. То, в принципе, это у тебя 1,5 часа будет, и все. И больше ничего дальше нету. А можно было бы сделать какое-то развитие. Не знаю, там, квартиру улучшать. Как в Денизен. Там прикольно все сделано. На работу можно ходить. Туда-сюда. Я почему-то... Я пока ее не записываю, потому что там контента практически мало. Но она обновляется довольно часто. В последнее время. И там даже рыбалку добавили. И еще какие-то моменты прикольные. В общем, скоро, наверное, тоже будет. И Денизен тоже. Но пока что. Пока что как-то мы в это играем. Точнее, смотрим. Да уже, в принципе, посмотрели. Здесь нечего делать. Можно, в принципе, на этом и заканчивать. Нету улучшения двери. Это просто так зависло, в общем, у нас. Ладненько. Посмотрели мы этот кибер, блин, кафе симулятор. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Запоевитер. Всем пока-пока.